Так, как скрыть какие-то объекты на видеозаписи? Под видео есть такая кнопочка в YouTube «Улучшить видео». Кликаем на нее. Кликаем на нее. Допустим, потренируемся на кошках. Надо скрыть вот этого котика. Заходим в размытие. Если нужно размыть лица на видео, то просто кликаем на применить, и лица после обработки будут все на видео скрыты, замазаны до неузнаваемости. Если нужно размыть какие-то конкретные области, кликаем на применить здесь. Вот у нас первый котик. Выделяем его мышкой. Начинает система думать, как долго нужно этого котика скрывать. Системе кажется, что до самого конца видео. Но это не так. Сейчас посмотрим. Я нашел кота. Еще одного. Оп, вот котик у нас пропал. Все, значит, нам это скрытие не понадобится до самого конца видео. Вот, до вот этой черточки мы довели. Этого достаточно. Едем дальше. Вот у нас еще один котик. Скрываем и его. Пошло обрабатывать теперь с ним данные. Тоже сначала видео хочет. Но не нужно нам сначала видео. Пускай он отсюда будет. И докуда? И вот до сюда. Едем дальше. Ну то есть ясно, да, что вот таким вот образом мы все объекты, которые в видео попадаются, которые нам необходимо скрыть, мы их добавляем. Их момент появления этого размытия обозначаем и момент, в который заканчиваем это размытие, тоже обозначаем. Если система сама автоматически не предложит нам вариант, который нас удовлетворит. Потом нажимаем «Готово», и на этом дело закончено. Сохраняем это все. Будет это иметь вот такой вид. Закрыта машина. То есть вот машина едет, система за ним едет, скрывает номера, заезжает следующая машина, ее номера тоже скрыты. Вот в таком формате. Это все.